Всем доброго дня! С вами интернет-магазин и установочный центр FrontCam. На установке сегодня Renault Logan. Установили камеру заднего вида и штатную магнитолу. Камеру поставили в плафон подсветки номерного знака. Сама подсветка номера сохраняется. Камеру поставили с углом обзора 170 градусов. В наличии у нас есть разные виды камер с углом, с качеством обзора и разные решения. Магнитолу установили с большим экраном, ставится через переходную рамку, которая идет в комплекте. В рамку переставляются кнопки, они все функционируют. И также климат-контроль переставляет сюда, кондиционирование системы. Рамка устанавливается с небольшими доработками, конечный вариант аккуратно смотрится. По проводке подключается разъем в разъем. Подрулевого джойстика здесь у нас нет в комплектации. Если бы он был, то мы бы его запустили. Так, магнитола реагирует на включение габаритов, загорается подсветка и приглушается яркость экрана. Также яркость можно в верхней шторке отрегулировать, либо для удобства полностью выключить экран, что актуально там по ночной дороге. Дополнительно в бардачок вывели 3 USB и слот для сим-карты, для полноценного выхода в интернет. Как только интернет на магнитолу раздали, заходим в Play Market и, как любой Android, скачиваете приложение, которое вам необходимо. Из коробки уже YouTube установлен, можно сейчас его работу попробовать. Интернет сейчас с телефона раздается, возможно, связь на мобильном телефоне сейчас плохая. Также есть функция разделения экрана. Видео в движении работает. Магнитола идет на 10-й версии Android, 8 ядер, 3 гигабайта оперативной памяти. Ссылку на данную модель оставим в описании к этому ролику. В Яндекс.Навигаторе есть голосовой поиск, он работает. Микрофон мы вывели сверху, где левая стойка. Соответственно, нажимаем голосовой поиск и активируется. FrontCam. Сейчас найду. А также карты можно закачать в память устройства. Работает все быстро. Из преимуществ здесь магнитола White Media обладает хорошим звуком. Эквалайзер расширенный, то есть можно детально настроить. Камера у нас включается автоматически при переходе на заднюю передачу. В этом режиме можно яркость, контрастность, цветность отрегулировать. Тут угол обзора широкий. Край номера видит камера. Если остались вопросы или хотите подобрать себе устройство, на Renault Logan у нас большой выбор мультимедии, обращайтесь, контакты будут в описании. Также отправляем в регион наложенным платежом и даем гарантию 1 год. И у магазина есть своя служба технической поддержки. Спасибо за просмотр и удачи на дорогах!